Обогнув Генуэзскую крепость, лента шоссейной дороги ложится в ложбину между горой Перчим, бухтой Астагвера и горой Сокол, далее извиваясь в сторону Нового Света. И вдруг обрыв Ейлы, как руки в фурии, торчит над бездной у скал, колючий, искривленный бурей, сухой и звонкий острогал. Эта аура бунинских строчек парит над рощами реликтовых можжевельников и божественных пиний, предваряя выход в парадиз, Новый Свет. Чудо первозданной природы полностью оправдывает свое первоначальное название. Парадиз по-итальянски значит «рай». Небольшая горстка игрушечных домиков поселка Новый Свет рассыпалась среди рощ реликтовых сосен и можжевельников. Раковина серо-зеленой долины в обрамлении невысоких гор и неимоверной красоты бухты и мысы. Ленивые волны зеленой бухты колышутся, омывая мыс Хабакая, силуэт которого напоминает заснувшего огромного носорога. В его пятнистой можжевеловой шубе проборами вьются тропки, уводя к берегам прекрасных бухт. Подрезая мыс, скалистая тропа приводит к эстрадному гроту, где, согласно легендам, князь Голицын встречал знатных гостей. Знаток петербургской и парижской богемы, он устраивал здесь божественные концерты, оттененные звуком набегающих волн. Возможно, здесь пел великий Шаляпин, играл Стравинский и Рахманинов. Говорят, что однажды, бывая в гостях у князя Голицына в Парадизе, император Николай II заметил, что теперь он видит все в Новом Свете. С той поры первоначальное название этой сказки природы под названием «Парадиз» получило свое настоящее имя – «Новый Свет». Калейдоскоп роскошных пейзажей и неповторимых запахов кружит голову. Шампанское.